потому еще чай или кофе. Ну, Мариночка, ты настолько такая вот у нас умница, хорошая девочка. Я не знаю, кто это знает, ценит тебя, отдает тебе должное. Смотрите, какая у нас хозяйка появилась. Вообще супер. Мы ее первый раз взяли с собой поездку, и, наверное, никто не пожалел. И больше да, очень. Да. Компанейская, умница, обо всех позаботится. Ну, хозяюшка какая. Да. Просто, я не знаю, супер. Я думаю, есть такое мнение, что у всех, да? Да, да. Видеоинженер, можно так сказать. Фотографирует, подскажет, как встать. Супер. Где лучше сфотографироваться? Все, я пальцы не отпиваю, загинаю пальцы. Два уже загнула, а вот третий палец, я хочу сказать, насколько она комфортабельна в общении. Как она комфортно общается, просто Ленчик, легко это все про тебя. Откликнуться на любую просьбу. Да. Вы знаете, я даже удивляюсь ее знанию, оказывается, у нее английский хороший. И она на сколько раз выражает. Вы знаете, Ванечка, вам преподаватель английского языка, это вообще очень приятно. Нет, в самом деле она молодец. Лена, что касается вот общения и где-то там что-то спросить по-английски, она в теме, она прекрасно может разобраться, поставить. Молодец, Лена. Лена классный друг, очень радушный человек, очень приятный в общении, она легкая. Ленка, ты вообще классная, я девочки, просто спасибо. Вот от тебя в восторге, да. Я хочу сказать, записала эпитеты необходимые для такого человека. Добрая, отзывчивая, готовая помогать слабому, больному, организованная, никуда не опаздывает, везде успевает, все знает, успеет всем рассказать, что, когда у нас происходит. Такое хорошее сердце у девочки, просто это просто что-то нереальное. Уже не говорю о том, что она у нас спортсменка. Красавица! А как она за карты рванула, да? За 20 минут пробежала там, наверное, полкилометра туда и обратно, и мы не опоздали. Для того, чтобы выручить нас, вот она не посчиталась со своим временем, совсем побежала бегом для того, чтобы поддержать всех нас. Ну и напоследок вишенка такая, красавица, посмотрите, какая. Лена, мы тебя принимаем, нашу команду Fireflies, мы очень рады, что ты с нами, и мы больше не хотим, чтобы наши путешествия обходились без тебя, так что включайся, да, успехов тебе. Я думаю, что мы не будем скучать без нее в путешествиях, потому что она будет с нами. Лена, у тебя сегодня как-то вот так вот экспромтом, не день рождения случайно? Итак, у нас день рождения для всех. Давайте, друзья, пожалуйста, присаживаемся за стол. Ой, как у нас вообще все классно, красиво. Девчата, как все накрыто, здорово. Вообще просто отлично. Как же мы здорово устроились, как я люблю апартаменты. Вообще супер. И скоро пойдем гулять по Будапешту, да? Может. Друзья, присоединяйтесь. Я с удовольствием.